Как связать скрещенную петлю из протяжки низлежащего ряда? Я покажу просто на образце. Допустим, где-то вам нужно связать петельку. Вот смотрите, я подхватываю эту протяжку. Посмотрите внимательно, как она лежит на спице, чтобы связать скрещенную лицевую. И вот просто провязываю. Видите, как очень просто. Петельку я провязала за заднюю стенку. И вяжем дальше. Сейчас покажу, как вязать. Видите, ее в принципе незаметно не отличишь. Покажу, как вязать изнаночную. Вот, немножечко по-другому. Петелька лежит. И провязываю изнаночную. Изнаночная вяжется за переднюю стенку. Сейчас еще повторю раз лицевую. Надеваю на левую спицу протяжку. Обратите внимание, от того, как мы набросили протяжку на спицу, будем провязывать ее за переднюю стенку или за заднюю. В данном случае я провяжу за переднюю стенку. А дальше вяжем так, как нам нужно. Эти петельки практически даже незаметно, что они добавлены.